19-летний молодой человек, житель Башкирии, утонул на карьере в Бавлинском районе. Он зашел в воду в неположенном для этого месте, проигнорировав аншлаги о запрете купания. Очевидцы рассказали, что он почти сразу стал тонуть. Помочь ему никто не смог. Спасатели обнаружили тело погибшего уже ближе к вечеру в 30 метрах от берега. Его извлекли из воды и передали полицейским.